надо было моментально быстро думать, быстро действовать. Ну, как сказать, наверное, шок такой был. Ну, там минимизированный, там люди вообще в шоке были. Там один человек был вообще в шоке, был конкретно, он вообще ничего не говорил. Уже вода там тоже держался. Вот. Ну, я, как сказать, я мог думать, ну, как-то держал себя, держался, и поэтому я, наверное, выжил за это. А так там такой сильной паники не было, сильно, ну, конечно, хотели жить, цеплялись за жизнь, как бы, все, что. Но потом, когда я его увидел, обрадовался, что есть, оказывается, живые люди. Вот, мы друг друга поддержали, как бы, все. Так, основного-то.